там было паломничество с Албазинской иконой Божьей Матери по Амуру. Я не знаю, как ее зовут. Она уже, наверное, взрослая, может быть, даже уже дети есть. Но вот она у меня из выставки в выставку. В этом месте я сломал ногу. Мне нужно было прибежать на место съемки быстрее президента. Пока я бежал с аппаратурой, со всеми тяжестями, я сломал ногу. И дальше продолжал снимать.